претензии, которые ему предъявляются, это... Добрый день, добрый вечер, уважаемые земляки. Сегодня, конечно, новость дня – это задержание Мишенина Алексея Сергеевича. Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас мероприятие проводится. Претензии, которые ему предъявляются, это связано там, с 2016 годом с работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось бы, конечно, следствие полностью во всем разобралось, и по итогам выяснено, что он ни при чем, ну, и оказался чист. Если, конечно, он где-то в итоге выяснит, что преступил закон, ну, что перед законом все равны, будет, конечно, очень неприятно. Я думаю, следствие разберется, суд разберется. В общем, будем смотреть, как дело развивается. Ну а сами будем идти дальше. Всем всего наилучшего.